пакет. Зачем? Чтобы ноги, кроссовки убрать. Так. Водичку возьму. Ты временно схватываешь? Вот это для этого. Дырявый немножко. Там я кроссовки. Для трешки нужно будет куда-нибудь вытянуть. А вот так. Двойной кроссовки. Эти вот пряники, конфеты, наверное, винки. Ложка где у меня? По-моему, вот там, да? Вроде бы. Так, 13.05, сейчас должны тронуться. Показывает. Ну вот и мы на прямом маршруте, у нас этот Владимир, Москва. Двигаемся в сторону Москвы. Закрыть это стекло. На нас он помню влияет. Вид больше стало. Ну вот так оставить часы. Жакова влезла со своими. Сколько же их? Савченко заявила о существовании украинцев для нашей эры. Они все проходят на нашу эру.
шопсом-то делать? А? Ну вообще, хохлы вообще, я не думаю, верхушка там. Там, походу, вратаря сняли. ЕС должен компенсировать Украине потери от Северного потока 2. Пошел кол Украины идет, Евросоюз должен заплатить Украине. Это Америка сообщает или это? Или Киев. А, Киев. Вообще, вот ни масла в голове, ни хрена у них нету. Я веду эту верхушку. Не дали заработать, заплатить, да? Ну да. Да, пустые ворота. Сняли вратаря. Они? Чехи, да. И наши на 19 минут 39 секунд Илья Ковальчук забил третью шайбу. Ну что, вот мы и на прямой. До Москвы порядка 150 километров. Давай, сейчас скажу точно. Из окна. Ну, тут получше, конечно. Сейчас пойдем по другой стороне. Зонки, холмы, лесистые, лесом. Сто 187 до Москвы. До центра. Я не помню, она сказала, на какой вокзал прибываем. Ярославский, по-моему. Это я помню, как-то или ехал Казанский. До белорусского вокзала. Не помню, откуда. Ярославский. Ну, все равно она привязала. Ой.
Да, гораздо лучше. Ну, бог с ним, пусть будет и зеленоватого, что-то. Правая сторона, она на летних видео, когда Каширки, а там маршрутки. Маршрутка, автобус что будет? Ты деньги дал на билет? Ну, в метро я пройду, наверное, там можно карточкой расплатиться. А вот в этом автобус. Устройство у меня есть, три элемента спаять. Thank you.
не можете срать, не мучите жопу. Мобильный интернет по всей России. Обманщики на обманщики. Да? Одна государственная должна быть мобильная сеть. Работать не умеют и не хотят. Ни Билайн, ни АТС, ни Мегафон. Плохая позиция.
все. Он стопает. Мне нравится. Чулым, я уже забыл, где находится Чулым. Что это такое? Знаешь, где город девушки? Чулым, Чулым. Погоди, Чулым, где было? Ну, ночевали мы там под Новосибом. Все, понял. Ты где-то сначала хотел остановиться, а мы проехали еще дальше. Чулым проехал. Да, жалко, Ловского музея. Я потом сообразил, блин, думаю, ё-моё, человек впервые поехал, и... Я тоже не мог сказать. Я просто как вспомню этот Омск, выезжающий из него вот эти вот железнодорожные пути, трамвайные пути, толкучка. На дорогах хрен знает что, перекрестки дурацкие. То видишь, петляешь, не знаю кто. Сохраняется.
пытался выходить и выходить. Надо выйти. А холодно. В Кирове. В Ворике. Где? В Ворике. Тогда название должно быть не Киров, а Иров. Я думаю, коммунисты будут после ЛДПР. Ой, а я думаю, что Единая Россия, коммунисты, ЛДПР, Собчак. О, не, Явлинский, Собчак, потом Бабурин. Я думаю, Бабурин будет на уровне Явлинского. Ну ты понимаешь, за нее будут голосовать все ее фанаты. Эти вот миллионные армии. Да вообще. Бузова сейчас выдвинется в кандидаты в президенты. Ты что думаешь, ее армия ее не поддержит? Там 15 миллионов человек. Где? Ее фанаты. В армии? Ее. Нет, вообще, ее армия фанатов. Кто она такая? Ведущая? Ведущая Дом 2. Здесь это же идет. 13.
Первый день, второй день, третий день. Бог у нас счастье. Второй день у нас вот. Вторник будем выдвигаться. Надо еще с регистратором, надо с диском разобраться. Как бы не вести надо. Гарантийный ремонт от регистратора. Thank you.
На башке леди меняется по дороге. Нет пока еще. У меня теперь уже фотография есть. Нет. А у меня еще не было. Физиономия. Ну, физиономия. Видно там ночь. Ночь? Тристанная ночь. Темно. Ну, Казань возьмем. Ночью объезжали? Область. Набережные Челны. Набережные Челны. А скорость ты что? Я? Вот эти вот подставы, кругом 60-60, потом бах, 50 и снова 60-60.
15.27. Москвы. Наверное. 15 февраля. Направление встречное. Автодорога Москва-Уфа. 1071 километр. Я просто помню, где этот участок ехал 60-62, знак 50 или пол. Еще немножко и опять 60. Где в городе? Пока непонятно. Я там уже ехал. Или ты на окружном огороде потом будет? У меня пока фотографии нет. Они позже подключаются. Это вот на выезде из города, кто мог потонуть, там у них, как сказать. Меня не эти 250 рублей не беспокоят, у меня больше. Кирова беспокоила, Кемерова беспокоила. Что там? Где я мог по автобусу проехать? Да нет, ты не загружайся, я думаю, там чисто все. Я еще помню, давай по внимание 50, ни с того ни с сего 50, не понимаю. А как ты мог обратить внимание, ты маршрут 3500 километров, ты помнишь эту камеру? Там сотни камер, а ты помнишь эту? Ты рассказал про этот набережный Чоны. И кругом значение 60. Другом. А здесь был бах 50. И через короткое время опять 60. Момент не помню. Главное, чтобы больше других не пришло. Thank you.
это за поезд? Электричка. Обычная? Слева, что ли?
у меня сомнение. Понимаешь, Датакам подсказывал скорость 60, ограничение, да, камеру, а стоял знак 50. Это что-то вот местное, это самое, какое-то... Ориентируйся на знаки, а не на электронику.